Всем доброго дня. У меня еще одна фрезия зацвела. А тут вот завязывает семена. В этом вазончике тоже была фрезия розовая. Но вот почему-то она засохла. И я хочу вынуть картошечку, луковичку, потому чтобы не загнило. И все-таки я положила песок, как все говорят, но у меня песок не речной. И вот поэтому у меня, все тут не так, как у всех. Тут держится слишком большая влага. Вот я хочу посмотреть, почему они не выросли. Так у меня и с гладиолусами. Вот луковичка есть, и я ее выну для просыхания, чтобы она вообще не загнила вся. А потому что я положила тут и перегной. И перегной все-таки держит тоже влагу. Но мне кажется, что больше всего это из-за песка, потому что у меня песок не речной. Не знаю, наверное, строительный какой-то. И смотрю, вот тут одна картошечка загнила. Все-таки, мне кажется, луковичка. И вот я выберу все луковички. И в этом вазончике я посажу другой цветочек. Я их уже посажу. Вот аквилегия тут выросла сама. Можно ее тоже посадить куда-то. Вот еще одна луковичка. Мне жалко, обидно. О, есть и червячки. С одной стороны это хорошо, а с другой стороны не очень. В огород их, червячков. Пусть они там растут, развиваются. Еще одна. Вот. И как бы обидненько, что они не выросли. Не зацвели, но ничего страшного, луковички не погибли. То есть зацвела, мне кажется, тут одна только и все. И вот просто земля не рыхлая, она держит слишком влагу. А для луковичных нужно, чтобы земля была рыхлая. И все-таки я здесь добавлю покупную землю. Еще один червячок. Все-таки вот и для гладиолуса тоже многие погибли из-за того, что влага держится слишком много времени. И было очень холодно. И для них влага и холод – это погибель. Тут я оставлю и камушки, все для воздухопроницания и влага проницания, то есть чтобы влага не задерживалась, но все равно влага держится тут. И я добавлю тут покупной земли для того, чтобы ее разбавить немножко, и посажу тут другой цветочек. Вот так все перебрала. Это уже на следующий год будет. Всем пока.